Доброе утро, друзья! 26 декабря 2018 года в мире отмечают несколько праздников. Родилось много звезд и произошло немало интересных событий. Но обо всем по порядку. Поехали! В мире в этот день празднуют День подарков, Boxing Day, праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского Содружества Наций, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, на следующий день после Рождества, 26 декабря. 26 декабря в Словении празднуется День независимости и единства. Этот праздник является государственным в стране и учрежден в память об официальном оглашении результатов референдума 1990 года. День Святого Стефана празднуется католической церковью во многих европейских странах 26 декабря, на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днем. С 26 декабря по 1 января каждый год преимущественно в США отмечается неделя афроамериканского духовного фестиваля Кванза. Считается, что это период объединения и дружбы двух наций. 26 декабря, дата по старому стилю 13 декабря, в народном календаре отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ориста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии. Знаменательные события. 26 декабря 1783 года французский физик Луи Себастьян Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории Мольпелье. В битве при Березино в ноябре большая часть армии Наполеона была уничтожена, а ее остатки были изгнаны с русской земли. 26 декабря 1812 года солдаты, разгромленные наполеоновской армией, перешли реку Неман, оставив пределы России. 26 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга произошло восстание декабристов. Туда были стянуты правительственные войска, и выступление было подавлено. По делу декабристов было привлечено 579 человек, виновными признано 289. 26 декабря 1898 года во Французской академии наук химики Пьер и Мария Кюри сделали первое сообщение об открытии радия. Керченская десантная операция – крупная операция советских войск во время Великой Отечественной войны на Керченском полуострове в период с 26 декабря 1941 года по 20 мая 1942 года. 26 декабря 2004 года в акватории Индийского океана близ северной части острова Суматра, Индонезия, Национальным центром сейсмологической информации США был зафиксирован подземный толчок силой 8,9 балла по шкале Рихтера. Цунами, сопровождавшееся шквалистым ветром, достигло восточного побережья Африки, неся разрушения на протяжении от Африканского рога до Танзании. Родились в этот день. 1664 год. Иоганн Динглингер, немецкий ювелир. 1791 год. Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель. 1861 год. Надежда Ломанова, российская и советский модельер, художник театрального костюма. 1873 год. Ральф Норман Энджел, английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат. 1893 год. Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века. 1949 год. Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. 1963 год. Ларс Ульрих, американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Металлика. Какой лунный день сегодня? Сегодня до 20 часов 54 минут по московскому времени 19-е лунные сутки, а после 20-й лунный день.
Общие рекомендации на 19-й день по лунному календарю. Сегодня очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений. Общие рекомендации на 20-й день по лунному календарю. Если позволяют обстоятельства, лучше провести день дома и никуда не выходить. В этот день хорошо очищать все материальное и духовное – душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в этот день в доме весь день горела свеча. Посидите у костра, камина, при свечах. Полезно мысленно покаяться в неправедных мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния, смирить гордыню. Вот и все, что нам хотелось бы рассказать о 26 декабря 2018 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!